В Иксе полицейские по горячим следам задержали местного жителя, который напал на офис микрофинансовой организации. Так, сообщение в отдел полиции по городу Выкса обратилась сотрудница микрофинансовой организации. Девушка пояснила, что к ней пришел клиент, который изъявил желание оформить кредитный займ. Сотрудник офиса попросил у потенциального заемщика документ, удостоверяющий личность, с целью оформления договора на получение денежных средств. Однако вместо выполнения просьбы сотрудника офиса, мужчина схватил девушку за горло и, угрожая ей, потребовал отдать ему все денежные средства. Нападавший открыто похитил из ящика рабочего стола заявительницы конверт с деньгами в сумме более 25 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Следственным отделом МВД России по городу Выкса по данному факту по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили и задержали грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1988 года рождения. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно действующему законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Ведется следствие. Уважаемые граждане, если вы стали жертвой преступления, постарайтесь запомнить приметы преступников, обстоятельства произошедшего и незамедлительно сообщите о происшествии в ближайший отдел полиции, либо по каналу связи 02 или 102 с мобильного телефона, либо сотрудникам полиции, несущим службу на улице.